открыть. Приехали, пойдем, проходи. А представь, Айден за ней в душу подглядывает. Ну, так это же здорово. Айден-то как бы, я думаю, не обламывается. Хотя, возможно, что он хочет себе другую какую-нибудь женщину. Скажи, дорогая, тебе сахар в чай положить? О, нет, спасибо. Как поживает муж? Хорошо, он как раз на работе. Он у тебя такой милый. Хватит, Айден, я не хочу больше играть с тобой. Ну а чё, нормально просто. Бабе надоели разговоры про работу, она взбесилась. Ну вообще, конечно, это очень печально. У девочки украли детство. Я никогда не был девочкой, но... Блин, детство это святое. Так, это родительская? Здесь наверняка есть видеокассеты с разным контентом. Нет? А то я помню, как ты в детстве нашел, и вся моя жизнь изменилась. Это был фильм «Белоснежка и семь гномов», и там действительно были гномы. Но это была не детская сказка. Ж-о-т-м. Нет. Слава богу. Если только мама узнает, она рассердится. Блин, ну и геймплей начался. Ну оно и понятно, это классический переход от экшена к дресне, как бы тут ничего не поделать. Мы должны это выдержать, я так полагаю. Пиццу может заказать. Алло? Ой, какие люди! Дела хорошо. А, погода ужасная. Снег все валит. Скорее бы лето. Лето. Вкусно сидеть дома, не представляешь. Теперь я твой парень, Нэнси, как говорил Фредди Крюгер. Айден, не надо. Хотя кто из вас смотрел первый «Кошмар на улице Вязов»? Вы же школьники. В таком же возрасте, как главная героиня этой игры, такие. Пойти, что ли, стрим посмотреть? Ха, на Good Game не пойду. Джоди, помоги пойду мне, лучше. Пожалуйста. Читбаня, можешь да поближе. Можешь сходить за маслом в гараж? Да, сейчас. За маслом? Масло в зажигалках. В паяльных лампах. Ща найдем. Так, стоп. Тут не одеться, что ли, надо или че? Так Джоди, можно и... ты куда это? Никуда. Просто хотела посмотреть. Так а гараж внутри дома, что ли? Ну окей. Ща найдем. Так, а бегать-то на какую? Слушай, не пойду в гараж, а? Сама иди со своим маслом. Не сейчас, видишь, я пока занята. Эй, что случилось? Ничего. Просто гараж не могу найти. Просто обними меня. Иди сюда. Ну так лучше? Ладно, а теперь беги играть. Гараж на втором этаже, наверное, да конечно. Так мне играть или в гараж за маслом-то, блин, я что-то не понимаю, свою мать, она... Суть потому, что у нас нету папки, она меняет часто свои решения. Можно печеньку? Зайка, скоро ужинать.
А печеньем ты аппетит перебьешь. Печеньку зажопила. Никогда ничем себе аппетит не перебивал. Постоянно. Типа не ешь шоколадку перед ужином, а то аппетит перебьешь. Никогда в жизни ничего не переб... Не это самое, не перебивал. Поэтому и жирный такой. Так, блин, гараж. А, Айден, чтобы в гараж слетать. Точнее. Я и не подумал, блин. Темно. Джоди, масло принесла? Да не принес ты твое масло, я не понять. Не могу, что ты от меня хочешь, дура. Ты же не пускаешь меня на улицу. Чё они хотят? Что у нее за точки на лице, аллергия, или она рыжая, веснушки? Не весна, я не знаю, болезнь какая-то. Чуваки, что от меня хотят? Я понять не могу, как пройти в гараж. А, Айденом печеньки взять. Не. Под лестницей гараж. Блин, дурацкие эти игры. С детства ненавижу их, где перемещаешься с фиксированной камерой. Мамка тоже вообще безбашенная. Ребенка в какой-то гараж отправила. Вообще, что ли, больная? А потом такие плачет в какой-нибудь передаче «Чрезвычайное происшествие». Ну я же не знал, что ребенок может уронить на себя ключ, начав дергать за шкаф. Никто же не виноват, что ключ упал и прям на темечко. И она умерла. Виноват и Джек. Таких игр с 2003 года нет. Ну а я в какую играю? Она новая достаточно. Интересно, а мамке не наплевать то, что я накрасила губки? Держи свое масло, блин. Спасибо. Зачем вообще оливковое масло хранить в гараже? Что за савантизм? Дай мне печеньку. Я заслужила. Джоди, зайка, иди поиграй во дворе. Я позову тебя к ужину. Не хочу во дворе, печеньку хочу. Что ты делаешь? Ладно, пойдем во двор. Мне уже надоело это все. Печеньку так и не дали. Масло в 5-литровой канистре, ух, эти американцы. Ты просто не представляешь, сколько они жрут, видимо. Mm.
Милые такие. Джоди, сапожки. Куда это ты? Вообще эта игра грустная какая-то теперь. Зачем они ребенка показывают? Дети, это грустно, мне грустно. Че он сказал? Опять нельзя? Почему? Ты не видел субтитры? Не на двор. Двор не тот, блин. Зачем вообще два хода в доме? Чтобы негры все вынесли побыстрее. Ну, один на улице, другой за забором. Это глупо. Вообще не должно быть ни одного входа. Хочешь детей, чтобы масло носили? Не. Класс, теперь мне и вкусно, и холодно. Ты-то не мерзнешь, Айден. Тебе все равно. Почему в детстве ее озвучивает какая-то украинская баба, когда она вырастет нормальный актер озвучания? Гол. Давай, играй как Бекхэм. Да блин, тут опасно на что-либо садиться, Ксюш, тут. Типа, одержимая дьяволом девочка, как бы. Сядешь на качельке, а он тебя ими придушит. Да и управление не всегда позволяет. Айден, покачай. Я так не понимаю, почему она ноет, что, типа, неуправляемый какой-то он. Она же постоянно. Как она сидит, у меня попа приклеена. Я пытаюсь покачать. А, все, понял. Во. Не-не-не, я наоборот перебарщивать не хочу, это же полный отстой. Я заботливый. Я знаю парня, которому качелями в лоб прилетело. И он теперь идиот. Блин, дети играют. Хоть посмотрю с горки на них. Это с улицы. Блин, конечно, лететь плохо. А ну-ка, сейчас устроим. А ну-ка, сейчас устроим. А ну-ка, сейчас устроим. Во. Это калитка, что ли? А, нет. Вы получили доступ. Чего? А ну-ка, сейчас устроим. Получай. Ты мне за это ответишь. Я не понимаю опять, что от меня хотят. Я наигрался. Надеюсь, мамка пустит меня домой. Дресня какая-то. Домой хочу. Чего такое-то? Какого хрена, блин? А ну-ка, сейчас устроим. Господи. Ай, ай, холодно. Нет, не попадешь. Ну, придурки, что встали? Домой нельзя, надо дальше гулять. Я не понимаю, что от меня хотят опять. Что-то, наверное, с детьми связанное, ну, блин. А?
ну-ка сейчас устроим. А ну-ка сейчас устроим. А ну-ка сейчас устроим.